Сигма-3, под вашими ногами мобильная морская база Гидра. Задача — захватить контроль над ее вооружением. Отлично, пушки наши. Давайте их проверим. Кажется, вон те вертолеты Блэквуд с острова улыбаются нам и машут. Сейчас мы помашем им в ответ. Вот это я понимаю выстрел. Эти пушки не убивают, они стирают с лица земли. Враг захочет вернуть себе контроль над орудием, выведя из строя терминал. Это сложное устройство, и больше одного раза его отремонтировать не получится. Защищайте терминал любой ценой!
Боец, у тебя 120 секунд. В настоящем бою у тебя будет... Мы отследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная акула». Он имеет прямое отношение к небоскребу, с которым вы уже имели дело. Не хочется опять гоняться за Обероном все 20 этажей, поэтому взорвите эту высотку прямо сейчас. Посмотрим на его лицо, когда куча денег превратится в пыль. Все просто. Нейтрализуйте цели и доберитесь до лифта. Вперед! Только в вестибюле. Дальше плотного сопротивления не ожидается. Ваша задача — установить заряды на опоры, подняться на крышу и покинуть здание. Если все сделать быстро, проблем не будет. Начинайте ставить заряды со следующего этажа. Снайпер убит! Снайпер убит!
Установите заряды. Осталось поставить еще несколько, и тогда эта чертова акула сложится как карточный домик. Мы до сих пор не знаем, почему Оберон решил построить небоскреб в этой глуши. Пригодится любая информация, в том числе с ноутбуков и терминалов. На этаже выше происходит что-то странное. Какие-то звуки. Черт, противник! Наверняка есть что-то ценное. Хорошо, теперь к лифту. Продолжайте установку зарядов, а мы пока займемся расшифровкой файлов. Похоже, Оберон понятия не имеет, как управлять этими тварями. Помните прошлую операцию? Ученые Блэквуд напортачили с сигналом. В итоге так называемые суперсолдаты превратились в чудовищ и уничтожили базу, а потом и окрестные деревни. С тех пор ничего не изменилось. Оставайтесь в центре, бойцы. В темноту лучше не соваться.
Ставьте заряды, а потом на следующий этаж. Внимание! Нам удалось расшифровать файлы. Черная акула — это не небоскреб, а гигантский передатчик. Он может транслировать четкий сигнал на тысячи километров. Если Блэквуд закончит работу, мы будем сражаться с этими тварями по всей Европе. Я просто мечтаю увидеть, как это здание развалится на части. Вам нужно зачистить еще один этаж. Интересного в этом терминале. Отлично. А теперь к лифту. Времени мало. Блэквуд уже знают о нашей атаке. Они выслали подкрепление. Рассредоточьтесь и найдите РПГ.
заряды. Новая информация. На одном из этажей находятся камеры для заключенных. И недавно туда кого-то доставили. Придется задержаться. Быть не может. Это команда Ледяного Пика. Они пропали около года назад. Нужно вытащить их отсюда. Наверняка им есть что нам рассказать. Это должен быть генератор, снабжающий их энергией. Придется зачистить пару этажей и отключить его. Ваша главная цель – резервный генератор. Отключите его, тогда мы сможем вытащить наших ребят.
Спасибо за помощь. У нас раненый. Запрашиваем эвакуацию. Как слышно? Слышу вас хорошо. С возвращением, бойцы. Крышу и ждите штурмовую команду. Вас понял. Будем ждать на крыше. Заминируйте последний этаж и поднимайтесь на крышу к остальным. Множество целей на крыше. Мы долго здесь не продержимся. Черт, пилот, забирай их! За нашей командой отправим другую вертушку. Взрывчатку. Thank you.
Отправьте взрывчатку. Защиту. Вам нужно отключить систему наведения ракет.
Дрянь, патронов нет! Отключите ее и бегом на крышу! Мы потеряли много времени, вот-вот случится взрыв! Вертолет сейчас будет. Thank you.
проследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная акула».